Передаю всем привет, всем знакомым, родственникам, Смухи Брому и всем, кто меня знает. Спасибо. Что пожелаешь? Счастья, здоровья и денег побольше. Ну, что я могу пожелать? Хороший Новый год, хорошо Новый год встретить, быть счастливыми, здоровыми, ну, и во всем успехов. Это вы сейчас кому адресовали? Ну, друзьям, знакомым. Родных у меня близких здесь нет, дочь живет далеко, так что только друзьям и знакомым. Я привет передаю, конечно, любимой жене, сыну, родным всем, друзьям, отцу, кому еще. И с наступающим всем Новым годом. Что желаете? Счастья, здоровья и финансов побольше. А я хочу поздравить свою маму, у которой сегодня день рождения. Хочу пожелать ей большого здоровья, крепкого и счастья, чтобы жила долго-долго. Да передам привет бабушке своей, дедушке, маме, папе, кому брать, сестер у меня нету, друзьям, родным, близким. Что пожелаете? Да что, новогоднего настроения, всего самого хорошего, счастья, здоровья, успехов. Поздравляю тебя с наступающим сына и сноху. Желаю здоровья, успехов. В общем, всем-всем людям здоровья. Самое основное и обстановки такой спокойной, чтобы не было у нас никаких с молодежью передряг. Иногда молодежь не понимает, что делают, да. Поменьше было наркоманов, алкоголиков, вот чтобы за ними побольше следили. Хороший сегодня день, тепло. Снежок идет такой легкий. У моего брата день рождения, юбилей. Он живет в Тольятти, но еще работает. Красивый, молодой еще мужчина. Я ему желаю здоровья, личной жизни хорошей, чтобы любили они друг друга, муж и жена. Всем его племянникам привет. Ну, и хотела, чтобы, конечно, такой привет он услышал. Мы к нему едем в субботу на юбилей. Всего доброго. Вам тоже всего хорошего. Вот, желаю вам, молодые люди, счастья и всем людям на земле. Самое главное – это здоровье и счастье. Всех с Новым годом, всех родных, близких, знакомых. Чтобы все хорошо было в Новом году, чтобы было еще лучше жить. Пенсионерам хорошего отдыха. Что нужно сделать, чтобы Дед Мороз именно к тебе в квартиру заглянул? Ну, в детстве мне говорили, что нужно хорошо себя вести, слушаться. Ну, а теперь я уже в него не верю. Почему? Не знаю. Ну, я хочу сказать, что ты зря в него не веришь, он все-таки существует. Понимаешь? Теперь ты веришь? Ну, наверное. Поздравляем всех своих знакомых, всех новочебоксарцев, всех жителей Чуваши с Новым годом. Желаем им здоровья, счастья, ну, успехов, да, любви, работы. Чтобы все мечты сбылись в этом году. Ну, кого хотите, вы лично кого хотите поздравить? Я? Своих тоже друзей. Друзей очень много. Поэтому поздравляю сразу всех. С Новым годом наступающим. Надеюсь, все плохое останется в этом ушедшем году. Поздравляю своего внука Смирнова Игорёша. С Новым годом. У него нынче будет первый Новый год, которым он увидит Деда Мороза. Пусть он будет счастливым.